Здравствуйте, 13 июля, 5 лунный день. Саудзи Санчер, сачки земли с элементом огня. День для новорожденных, благоприятный для ритуала призывания, долгой жизни, благосостояния долога, бурения скважин, посадки семян, деревьев, строительства во всех развивающих делах. Благоприятен для людей, родившихся год обезьяны и мыши. Неблагоприятен кадам, коровы, овцы и собаки. Ребенок, родившийся в этот день, будет творчески духовно богатым, без стремления к наживе, способный ясно отражать все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. Стрижка волос к достатку. В Елгинском дацане Цхорол, заключительный день Хурала, посвященный Будде, Майдере, будет обращение с Акюсаном, Гомбалхаму и Жамсон, защитником учения, для исполнения желаний, устраняя препятствия. Будьте полезными, воздержитесь от купания до 16 июля.